Я вручаю медали Меридиана героям восстания, которые принесли свободу нашему миру. Пусть Бланко, 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 Бланко. Можно? Дрейку, Джулиану, Олдерну и Калибу. Бланко никогда ничего. Мне пора обратно на пост. Я сегодня дежурю. Мне бы так, а то школа. Смотри на него, щенок-медалист. Большая честь, Олдерн. Рейтор, ты арестован. Лучше сдавайся. Хочешь арестовать меня? Что поделать, не твой черед. Нет, не смей, не смей, Калеб. Не зови его, скоро он и так присоединится к тебе. Подвластны нам и пламя, и вода, и воздух, и волны лихой прибой. Открыть в себе таланты никогда не поздно. Мы идти готовы в бой. Бойся, беги, злодей. У нас одна команда. Мы сильны, дружны, не дрогнет рука. Сбережем наш мир от зла, от бед, завес от греха. Бьем наверняка. Нас, 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 нас. Не свернуть с пути, наш шанс, наш час, землю спасти. Ф значит фальш. Ты должно быть очень горд, Джулиан. О, да. Калеб вырос добрым воином. У него достойный отец. Еще достойная мать. Очень стильно. У тебя похоже сверкает. Видно, под стать владельцу. Бедняга спасает миры, а сам беззащитен. Корнелия, хватит. Обижаться глупо. Служба королеве для меня на первом месте, но ты мне... Ты... Какое у нее хобби, кроме борьбы со злом? Рисование. А у меня? Этикетки. Тьфу. Скажи, мне интересно. Это коньки. Я люблю кататься. Нет, серьезно, какое? Ты шутишь, да? Любишь нарезать круги по льду? Не могу придумать ничего скучнее. Я могу. Сейчас весна! Весь лед растаял! Ха! Да, помирился Калеб. Ваши дни сочтены! Королева Элион покарает вас! Ох, Элион, королева Элион раздает награды, кому не попади. Странно, что вы берете пленных, не спросив свою драгоценную Нерису. Я что, должен был молчать, когда чествовали этих мерзавцев? Я лишь отомстил. Нерисе не в чем меня тут упрекнуть. Ну же, Корнелия, мы пытаемся тебя развеселить. Не надо меня веселить. Уходите. А у меня талант новый. Насчет одежды. Менять цвет шмоток, оставаясь не в теме, все знают, в этом сезоне рулит черно-белая гамма. Я не в теме! Ау! На дворе 25, а ты вся в шерстяном. Сколько можно повторять некоторым? Красота важнее комфорта. Она оделась потеплее для катка. Что? Лилиан, вовсе нет. Нет, да. Ты сама говорила парню. Свидание? И не с Калебом. Не приглашаю с собой. Я не голоден.
Из-за Корнелия мой сын, похоже, потерял аппетит. А Корнелия тут при чем? Лучше б не знать ее. Что ж, моя магия может стереть ее из твоей памяти. Нет! Ага, думаешь о ней. И не лги, я королева. Может быть и так. Калиб говорит, это много стоит. И ты ей дорог. Неужели ты сдашься без борьбы? А Калиб знает? Он из нашей школы. У него есть братья? Он катается на коньках? Не ваше дело, дети. Кыш отсюда. Я спускаюсь. Жду подъезда. Дети, не ходите со мной. Одна. Надо же. Не одна. Ты трансформировалась без волшебного кулона? Это не трансформация. Когда этому научилась? На Кандракаре, но... Крыльев нет? Нет и силы стражницы. Что за парень? Пообещайте остаться в лифте и отвернуться. Я так и думала. Эй, Лилиан. Лилиан? О, сестра. Эй, брат. Эй, Питер, нам вот что любопытно. Давно ты встречаешься с Лилиан? Не скажешь? Пару недель. Мы ведь познакомились при вас, в парке. Воспоминания. Поспешим, пока не заняли весь лед. И мы за ними, да? Точно. Надо перебросить отряд Олдерна. Кстати, где он сам? Алло. Это Элион и Калиб. Девочки, Корнелии только что ушли на каток. Без меня. Весной можно кататься на коньках? На земле все можно. Ведь зимой люди плавают в бассейне. Мне конец. Нагоним ее на катке. Я не умею. Уже пробовал, не вышло. Да я полное ледопадное ничтожество. Что ж, девушки, земли любят неловких. Точно. Можно я с вами? Видишь, нравишься? Рыцари захватили капитана Дрейка и капитана Джулиана. Горгуль нас ждет. Пошли. Стойте, глупцы. Что вы тут делаете? Свою работу. Не тронь. Приказ лидера. И это все? Что предложишь? Салочки, ты водишь? Мне водить. Крутит с моим братом, старшим братом. Прикинулась другой, с другим именем и телом. Наглости набралась. Ей понадобится. Просто катастрофа. Жуть. Лилиан, уже пора вправить мозги. Можно я скажу Корнелии? Можно? И чего я беспокоюсь? В смысле, он же не звезда. Зато она выступала на соревнованиях. Из 10 медалей 9 золотых. Калиб, вот так встреча. Идем, возьмем коньки. У меня свои. Я подготовилась. Идем со мной, Лилиан. Нельзя кататься на пустой желудок. На пустой желудок нельзя кататься. На полный нельзя плавать. Чьи это правила? Что тут Калиб позабыл? Подавляет гордость. О, да он настоящий герой. Вот это я понимаю. Коварная сестра и ледовый облом. Смотрите в 10. Тарами, что ты делаешь? Змейка, змейка, все за мной! О, что? Пусти меня! Будет небольшой скандальчик.
Ирма, что ты несешь? Калиб здесь. Я в порядке. Все в кайф. Он так унижается ради меня? Он не должен видеть меня такой. Фокус. Минутка. Может, не черная, но в теме. Фу, уж лучше попасться. О, привет. Отлично выглядишь. Привет. Спасибо. Катаемся. Корнелия! О, здесь сегодня все. Не видела сестру? Она вдруг исчезла. Правда? Она где-то здесь. Я здесь. Говорит Фил, сегодня на катке зажигаю я. Фил, можешь выручить друзей и притушить свет? Для настроения? Запросто. Корнелия, я ведь стараюсь. Доказательство тому – набор синяков. Дай мне 5 минут, жди у выхода. Идет. Только сдам эти смертельные коньки. Я расстаюсь с Питером. Ох, бедный. Лириан? Калиб, постой! Псс, вам кое-что разнюхать. Папа Калиба, беда большой. Питер, можешь сделать одолжение? Присмотри за моей двоюродной сестрой. Она тоже Лириан? А, двоюродная. Постой, а ты-то куда? Стражницы, мы едины. Кристалл! Вода! Огонь! Земля! Воздух! Вперед! Я нужен дома! Свора в сборе. Говори, предательница, где прячут Джулиана и Дрейка? И Олдорна. Не забудь Олдорна. Ну я тебе... Калиб, стой! И правда, Калиб, стой. Если ты хочешь увидеть их, выход такой. Выпустите меня, и я уведу Калиба. Нет, нельзя. Корнелия, прошу, не вмешивайся. Я готов, королева. Блеск! Как хорошо, когда у нас все по согласию. Ох, это ужасно. Бланк найдет след и приведет нас к остальным. Бланк нюхать очень близко. Не так близко. Ох, это плохо. А-а-а!
ураган пониженной тропической депрессии. Ай, ай, не надо, не надо, не надо! Вонючка у нас. Отходим. Нет! Время на исходе. Если оно вообще осталось. Осталось, определенно. Мы найдем их. Быстро и грубо. Долго, мучительно. Это будет решать не Риса. Что? Пленники наши. Глупцы! Не будь ее сидеть вам в клетке. Если не хуже, как смели вы без приказа нападать? Но ты сама призывала нас к мести. Я забираю лишь двоих. Что с тобой? Будто удар током. Вил, сюда! Надо обойти их! Готовы! Чудно. Быстрее, поможем ей. Знаешь, розовая сейчас снова в теме. Машинки. Можно выиграть битву, но бойцов вам уже не вернуть. Стражницы! Где Калиб? Он и Джуля пропали. Кажется, ты обронил. Калиб! Тут вас закружило, а потом...
упала тьма. Не знаю, почему мы остались живы. Калиб, послушай! Не надо, все уже в прошлом. Я заслужила, но мне казалось, у нас с тобой все кончено. И я думала только... О том парне? Нет, Калиб, слушай, когда ты вышел на лед ради меня, я решила порвать с ним, клянусь тебе. Что с тобой? Какой-то ты, брат, невеселый. Это напускное. Для нее все серьезно. Не хотел ее обидеть. Ты решил расстаться с ней? Да, не мой идеал. Значит, надо искать дальше. Ха-ха-ха-ха-ха!